Шел солдат с фронта, и вот пришел к себе домой. 4 года воевал, и вот мой дом родной. Моя хата родная, мой дом родной. Сейчас постучусь в окошко, выйдет мать. Кто там? Чего надо? Здорово, хозяйка! Принимай на постой солдата! Вынимай из печи галушки! Георгиевский кавалер очень хистит! Она смотрит и не узнает. Ваше высокоблагородие, так что из действующей армии сего числа прибыл бессрочный отпуск всему. Oh!
пришел солдат Семен Татко. Отбился с дороги. И спит. Смотрю, смотрю, да не видать. Чего не видать, чего не видать. Тебе не видать, мне же видать. Сапоги. Наваливайтесь, забор сломаете. Сломаете забор. Имейте уважение пожилым людям. Дайте старичкам посмотреть на Семёна. Что же тебе видать? Соседи. Взаимно. Взаимно. Дал Бог побачиться. Со счастливым возвращением со службы помогай по хозяйстве. Взаимно. По приказу советской власти полное замирение ночи во всех фронтах. Немец наступать не собирается. У нас с немцами мир, братались. Не слыхал там Ленин, все делами заправляет. За Ленина слыхать, сидит на столе.
открывается. Вот оно как. Ханюко. Ханюко. Ну что, дедуси? Ханюко Керенского еще не споймали. Ханюко ездит по деда бабой с фальшивым паспортом по всем дорогам. Пора споймать, счастливо оставаться. Звони мне. А через день в субботу немцу забота. Ах, какую же я повыру, что же ты выпивать воевали, а крестов так мало заслужили. Мне один давали там трест деревянный, только крестик деревянный я не захотел. Променял в одной лавочке у прилавочка. Счастливо оставаться, счастливо оставаться. За ним какой интересный вырос мужчина. Шел солдат с фронта, и вот пришел себе домой. 4 года воевал, и вот мой дом родной. Не бойся, Надежда Семеновна. Ой, Фросечка, Семёныч. Солдата встретили сестра и мать. Ручки твои горячие, ой, ручки.
Соня! И стен до свиданечка! Соня! А теперь до свиданечка! А то люди трудно увидят нас! Пусти! Не могу, не могу тебя не попустить. Жить я обратно, вернусь тебе на всю жизнь. Пущу, а ты вдруг обратно от меня на четыре года денешься. Куда же я денусь теперь от тебя, когда присужденная я до тебя? А с тем до свиданечка. Да постой! Ну и с тем до свиданечка. Ой, Семен! Что, мое сердико? Тебя к черту, в самом деле. Что это за человек рядом с батькой? Это наш новый работник. Видать, не из наших. Кто такой? Демобилизованный солдат. Его батька где-то на фронте подхватил. Он контуженный, с грыжей. Наделала то проклятая война делов. Сватов не примет. А ты посылай таких, чтобы он постеснялся прогнать. Ну каких? Я знаю каких. Ты еще тут? Да. Первым делом клонишься матроса Цареву. Старый Каченко матросу не откажет. Матросу не откажет. Старый Каченко матроса спожает заможет. Черт, заможет. Вторым делом клонишься голове с обидом. Товарищу Ременюку. Товарищу Ременюку. Товарищу Каченко голове не откажет. Потому что голову он боится кушать. Черт, заможет. Клонишься языком самостоятельно. Если надо, то и поклоняюсь. Настем, до свиданечка. До свидания, мою серденько. Здравствуй, солдат, с приездом! Здравия желаю! Голова здешнего совета, Ременюк! Бомбардир Катко! Матрос Царев! И его невеста Любочка! Будем знакомы! Специально зашли познакомиться. Мы тут всем обществом только что поделили землю помещика Климбовского. На твоей
мою душу тут полагается 3,5 десятины владей. Участок номер 47. Добрая земля. Приятно слышать. Не упустишь. Не спускай рукою с храма. Приятно слышать. Еще тебе следует 3 скотины помещика Клембовского. Лошадей 1, коров 1, овец 6, владей. Покорно благодарю общество и советскую власть. Претензий не имеешь. Но имею одну кумку, да только вот не знаю, как сказать мне. Тут ты не стесняйся. Ей-богу, в самом деле, лучше двуким разом. Сейчас говори. Что ты причепилась? Он с Акукачем разговаривать хочет, только здоровье Акукачемка боится. Сыть ты, халява. Разве не так? Эх, черт! Низкого пламя низкутся златами до Софьи Ткаченко. И уже давно только ее батька поперек дороги стал, не хотел за бедного. А тут война, забрали меня аккурат в ту батарею, где мать ее в Бельгебель был. Вот меня да он вам. В 17-м году мы его на всякий случай арестовали. Стою с ружьем у двери, плакает, плакает Ткаченко. Отпусти, Соньку отдам, ой, отпусти, Соньку отдам. У меня все уже перевернулось, Верочку я открыл ему, тихай, говорю, ничего я не видел. Он и утек. Играет назад. Помочь надо не дурному человеку. Не правда ли, Любочка? Безусловно. Согласен. Дай 5 будет 10. До свидания, артиллерист. За ним thank you.
Скажу только слава Богу и больше ничего.
от качелки свободы наших примут. Нет, не примут. Примут. Нет, не примут. Примут. Нет, не примут. 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 Нет, не примут. Это мы увидим. Бывает, что и примут. 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 Поступить? Подожди, сделай милость. Не о том мои думки. Как там тело выкинуло сонька из головы, ты не дурная, не знаешь. Давай.
вас. Никанор Васильевич. До вас, товарищ Ткаченко, и ни до кого больше. Одевайся, Сонечка, одевайся, Женька. Прошу, мой ваше положение. И там ли заховали мои новые калоши треугольные? Седайте на стулья. Так ты же в руках. Мерси. А вам я не замечаю. Мне вполне, как в городе. Перестаньте вам украсть этот платок с зелененькими розочками. А где же он в сундуке? Что же это вы? В сундуке, ты на том же сундуке. Сама сидишь. Ой, господи, ты боже, скорее, ну скорее. У нас в совете не зайдете. Не успеваемся, деточка моя. Зайдем, только чужих лошадей мне не надо. Как же вам мне не расстраиваться? Тоже самое. Ты не дожидаешься. Не чужой земли, я не сильно страдаю. Где мое манистово? Как вы искали, я товарищ в ремень? Прощение от тебя, защите, Сонечка. Я скажу, есть сильно несознательные люди. Я совсем готова, мама. Ой, не загораживайте, мама! Да я не загораживаю! Пустите! Мне только тоже интересно посмотреть. То не ваш интерес, а скорее всего мой. Меня сватают. Кланяется вам молодой князь, известный вам товарищ Котко, Семен Федорович. Человек вполне молодой, справный, здоровый, холостой. Хоть сейчас может открутиться с кем угодно. Заткнись, ради бога, поперед батьки не суйся в пекло. Кланяется вам молодой князь и просит выдать замуж за него вашу дочку. Ну я что говорю? Привяжи ты балалайку. Не ожидал я такого дела. Дайте подумать. Чего там думать? Все ясно. Девушка согласная, согласная. Семен согласный, согласный. А что касается папы, то папа тоже согласный. Папа свое нерушимое слово давал Семену на фронте. Там у них один разговорчик был. Не молчи, я папа. Подтверждая факты на лицо. Ну, как же, папа? Я слова не вертаю никогда. Как дочка, как я, пускай она сама всем скажет за себя. Извиняйте. Попадались ил на Черном море. Знаешь, пожалей свою знаешь, дочку. Такие курицы разговаривают не с тобой. Курицы с кондукторов. Сойка, а? Я согласна. Тише, дура. Убери свои руки с лица, не моргай! О, согласная! Слышу, что согласная, за кого идешь? Кого мне в житья устраиваешь? Может, думаешь, что этот тарарам России будет продолжаться 10 лет? Так не мечтай, тебе говорю, скоро сюда немцы для нас придут. За ними и государя, и императора. Не долго будет дожидаться. Слышишь, брат? Слышу, брат. Свежий ветер, ух ты, трошки подожди. Если даст Бог, то найдется для тебя, тогда один.
плохой человек. Не трогай мне, а мне какого человека? Отчепитесь от меня, а то... Шайка! А я со мной, и за того другого, кто без себя, не пойду и хочу. Скаженная! Скажите, скажите! Алло! Отклинай совести, лишь от человека! Сюда! Любочка любимая, заручаете? Заручаем! Сонька! Ой, Сонька! Как не дождите, но не папа! К тебе лишь глаз, Сонька! На 12 глаз! Как дождите меня, папа! Сонька, береги! Сваты! Шкандал мне делаешь. Женские слезы, как нас в Черном море. Одна соленая вода. Кланяется вам молодой князь, известный вам человек, Семен Федорович под фамилией Котко. Какой будет ваш ответ? Какой будет ваш ответ? Какой будет твой ответ? Благословите за Семена! Прямо! Сеанс окончен! Стой, не наливай, входите. Жених идет, жених идет.
что ж, Котко, здравствуй! Здравия желаю! Пришлось таки нам с тобой еще раз побачить. Пришлось. Ну что ж, когда так, прошу, сядайте на стулья, закусывайте. Ваша хлеб-соль, а наша шнапс. Председатель,
Это-то вас, уважаемый сват. А в чем дело? Ахтунг! Внимание! Командующий императорского и королевского соединенного отряда предписывает вам по получении сего немедленно поставить на склад полевого интенданта. Пашеница, 3700 пуд сена, 225 пуд овес и 200 пуд свинское сало. Случайное выполнение этого приказа виновные будут арестованы. Опа! Лейтенант фон Рехов! То есть по-российски пите. Herr Unteroffizier, ich will jetzt mal was was passiert, Herr Leutnant. Милости просим, седайте с вами. Кушать? Чем Бог послал? Sagt essen. Oh, das ist gut. Danke schön. Прошу. Собаканье есть так голодно, как вы. Очерки горилки, за здоровье жениха и невесты. Sehr gut! Sehr gut! Чада, спи вайте! Там на тебя! Seine Majestät! Lebe hoch! Hoch! Говорю вам, спи вайте! Отчепись! Спи вайте, дьявол вас ешь! Что вы, старости, старости сидите? Что по дому, что по дому наедете? Не ваша, не ваша, Сонечка, не ваша, наша. Хорошо пою на Украине. Sehr gut! Слушай, пойте же! Микола! Обрати внимание! Фросечка, обрати внимание на винтовки! Уже обратила внимание! Хорошие винтовочки! Руки вверх! Ты мафе! Где
значит? Это значит кайзеру варвар. Всем коммунистам уходите с села. Тот, кто останется, сковайте оружие и будьте готовы. Деду, храни бумаги, это список бедняков и раздел Кленбовской земли. Дорогие бумаги, дорогие бумаги. Как синицу ока, как синицу ока. Идем, Матвус, иду. Не уходи, Василёка, Василёче. Иду, но не семь минут, конечно. Обкручу с тобою, Любочка. Как хочешь, не маленький. По крайности бережи свою голову. Не в дровах нашел ее. Неподходящее время для твоей любви с днем. Прячь оружие, тыл держи. Смажу салом и зарою в землю. Скоро пригодится. И с тем до свидания. Больше задерживать гости дорогие. Звеняйте, звеняйте. Не тужи, солдат, будет наша. Пойдем до хаты, и мы с тобою, Любочка. Вот тебе и свадьба, вот тебе и свадьба. Thank you.
вещи все удалось повыносить, а то было мои коленькие стеночки, и я твой предо мной на голову полу. Сама собой стоит восковую свечу, щепетильник почернял, и спужалась я, бежу во двор, а там обратно ни одной живой души, да ни одной живой души. А мало ли, а посредине двора, а не ли, сама собой стоит, сама собой стоит, пока
наше судно дело, ночью с дочкой не гуляй, Сонька домой, кому я сказал? Сами вы не знаете, что нам с дочкой нужно. Но вот он долго не разговаривать. Еще не жених,
до дому Фрося солнце всходит. Дядя Семён, я вас провожу, хотя немного. Нет, ничего. Пора бы. Самое время. Пойду, лягу. Ничего, я подежурю. Совета Ременюк, с ним еще штук шесть большевиков бежали из села вчера. Эх, не угадали. Матрос здесь, который землю делил, у невесты поставка вторая хата, луна где? Акация в дворе. Пойдем о льду сейчас же. Это лето, реки в
красоньком бумаги сельсовета прячет. Вот она бурна отрядом, вот она, яблоня в дворе. Вижу, а луна хлопцы, пока не встало солнце. Милости просим в нашу хату. Спасибо, времени нема. Сначала надо сделать. Дерево тут высокого часа мне имеется. А вот около церкви старая груша. Ага. Зато крепкая. Духу полномоченных удержит вполне. Сверток вперед поет. Yeah! И готов на духу полномоченных. Вот лестничку бы ногую, такую. Нам ненадолго, на целый день. А ну, хлопцы, пока народ не проснулся. Thank you.
Неблагонадежных крестьян. Вот, между прочим, имеется некий Семен Котко, которого следует в первую голову ликвидировать. Семен Котко, так точно.
так точно. Все ради Господа Бога, да пиши на Семена скорей, пишу, уже про бумагу ему, пускай на Петру придет сюда, пишу, собираюсь ехать куда? С вами, дядя Семен, едем вдвох, едем вдвох. Не кидай меня, возьми с собой. И Соня, то не ваше женское дело, а наше солдатское. Дожидайся, не шумись, а спокойся. Какие твои думки? Мои думки такие. Стыдно нам, что матрос Санёв и старый Васенька висят на суку. Посидите себе. Твоя то правда, и голос ты, мама, это бачить. Положить
прикладом немца часового снять хлущий матрас от Орлёва и старого Ивасенька положить на подводу и податься в степь повстанцу. Какие ваши думки, как твои? Соня, не журись. Куда же вы, скажи мне, едете? Живи, будем знать, дадим. Вон в той далекой балочке Фросичка шукай нас. Мой гусак стоит за тыном. Моя Машка за кустами. Скорее, пока улица пуста. Где сынок?
чёрт, дьявол! Гостя тут чёрт! Oh!
Скажешь хорошего,
бывало. Оружие принес. Принес. А что на подводе? Yeah.
Значится, какой же мы видим пред собою предмет? Пушку, пушку, пушку. Повторяю, мы с вами видим пред собою предмет. Артиллерийское орудие. Полевую скорострельную трехдюймовую русскую пушку. Пушка, пушку. Пушку образца 904 года с башневым затвором. Чего? Чего? А также с компрессора. Чего? Чего? Компрессора! Во-первых, она состоит из двух неподвижных станин. Чего? Станин! Поставлены их на колеса. Одно колесо в порядке, а другого не хватает. О, это орудие сильно побитое. Во-вторых, она состоит из лафета с хоботом. С хоботом, скажи, пожалуйста. С хоботом и пробилом. Вилла яко что-то оторвала. А лафет и хобот целый. Вот лафет, а вот хобот. Хобот, 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 хобот.
Затем имеется... Занимаетесь, хлопцы. Занимаемся. Орудию учим. Опыты изучаем. Перед командиром прямо встать, хлопцы. Какая воинская вежливость. И не галдеть всем сразу. Орудию учим, товарищ командир. Подвигается? Подвигается. Только ради бога обратите вы внимание на эту орудие. Откуда тебе справное орудие вы ему? Я сам без пушек, как без пушек. И лето прошло, а мы сидим все тут, а душа болит. У кого она не болит? Кукушка, 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 Миколка кукует. Уже подошла. Что тут делаешь? Брата шукаю. Брата? Здесь не брат, а позиция. Кайдамацкая. Селянская. И такую и треба. Фрося, 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 накажи меня, Бог! Фроська! Фроська пришла! Ну как? Что дома? Ну что, сожгли, а за лошадь три сагара.
Произвести глубокую разведку в тыл не
неприятеля. Задача — удар по немецкому штабу с целью вызвать панику. Попутно установите связь с населением тыла. Почти Емельяненко. Вот, эй, татар! О, голуби, пару подходящих молодцев! Я! Стойте, где же этот самый горячий из вас? Семён! Командиром тыла встать, Катко. Такая воинская вежливость. Небо сделать панику у врага в тылу, задурить их вражью голову, подорвать чуть-чуть германский штаб. А поскольку штаб в твоем селе, посылаю тебя в разведку. Слушаюсь! О, Семен, возьми Миколу, выбирай любую птичку, запрягай трофейный колик, бери пулемет и ручный гранат штук шесть. И с годом! Пулемет на третий начатку! Айда! Айда! Куда же вы скачете? Прости, фразочка
привести в исполнение. Так точно. Ну как? Идите осторожно. Крестьянин Микола и Васенко приговариваются к смертной казни через расстрел. Приговор привести в исполнение немедленно, публично. Ну что, наигрались? Свегадая сцена прошлой недели, что меня сегодня отправят. Сыц, нехай люди не чуют. Von Virchow от начальника штаба дивизии. Ввиду изменившейся обстановки приказ немедленно очистить село и отступить на 20 километров на запад. Все прорабовствие под усиленным конвоем отчаяет до правы за Колума. И стало быть тебе не пара. Тело тихо, население не должно знать. Затем увидел ты Котко богатую Клембовскую землю и
лиса. Дома теперь большевистская власть. Власть от царя и от Бога. Ты не царь. И вот до чего твоя дурь довела. Умные люди как поступают, я чужую собственность раню. Я муху через то, от людей принимал. И я достиг, я судьбу за дворянина выдам. И сам молдаст дворянином сделаюсь. По прошествии времени отыщешь вонючее точно падаль. Из могилы прикопаюсь и душить костями судьи. Народ, становитесь, друзья мои. Пройдемся на площадь под грушу. Вперёд! Сударь! Сударь!
сведение батарея. Пушки у них хороши, а наводчиков нет. Я весь в распоряжении батарейного командира. А то он горько плачет без хороших наводчиков. Слушаюсь! Насчет баб, да, насчет баб. Эх, пусть они седают на подводы и не состоят при обозе. Thank you.